Ой, друзья, болото у нас нынче вообще сухое. Приехала в деревню, увидела. Вот иду по болоту, представляете? Вот сухое болото, ничего нет, ни воды, ни капельки воды. Я вообще была в шоке, когда увидела, что можно идти по нему. Вот пампасной травы здесь очень много. Вот собираю пампасную траву. Так. И вот увидела здесь я еще, видимо, камыши, что ли, распустились. Так их много. Наверное, вот буду даже их сдавать своим коллегам, предлагать. Пусть покупают. Ну так-то красивый сухоцвет. Вот он, наверное, стоять может, сохнуть. И не осыпется, поди. Как бы все равно красивые. Листочки зеленые еще. Вот очень много здесь пампасной травы. Она причем красивая. Иду прямо по болоту. Иду, не боюсь. Даже ничего не проваливается, не хлюпает нигде. Представляете, сколько много ее. Вот все можно заказывать. Успевать, пока дождей нет. Надо собирать. И вот буду предлагать. Ну, здесь вообще, конечно, красота. Здесь очень много. Ну, вот удивительно, я первый раз в жизни своей иду по этой земле без воды. Болота нет. Просто его нет. Вот так вот бывает, видимо. Благо, сегодня солнечный день. Можно собирать. Ясное небо. Все благоприятно. Ну ладно, пока всем. Скоро увидимся.